Администрация президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Сегодня и на следующей неделе они пройдут в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Работа в таком формате помогает найти основные проблемные вопросы и оперативно решить их. Также это возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.